Где тебе остановить? Где ему удобно. Андрей, возьми грабли, оплати вот это. Там грабли сейчас. Много это тоже, много сказано. Не дай Аллах никому такое, ни вам, ни нам. Пережили мы все предки наши. Да, у нас есть выступление. Как сказал наш Табада, мы приехали одной общей делегации, как Байнавский народ. Нас искусственно когда-то разделили, но мы приехали выразить свои соболезнования братьям, балкарцам, которые, так же как и мы, были выселены. Режим был такой. И сейчас, слава Аллаху, мы вместе, на нашей земле. Мы здесь чувствуем себя как дома у себя. Нет никакой разницы нам. И в радости, и в горе. Аллах даст, мы всегда будем вместе. Вот с этой целью мы приехали к вам. Я заместитель руководителя общественной организации «Достояние Вайнафа». Мы и чеченцы, и ингуши, мы вместе приехали с братскому балкарскому народу выразить свои соболезнования, отдать дань погибшим, жертвам геноцида, можно так сказать, всего народа. Мы, наши отцы и деды, вместе на одних кладбищах в Казахстане лежат. И сегодня мы вместе, которые остались живы, вернулись. Опять мы вместе со своими соседями, добрыми друзьями, со своими братьями по Кавказу. Меня зовут Руслан, Руслан Идрисович, Овчаков. Я заместитель общественной организации «Достояние война». Хусейн Шарипович, Киваев. Моя фамилия Беков. Я тоже в этом Магомед Усманович. Я тоже участвую в этом движении «Достояние война». У нас они все общественная члены группа. Нашего движения. Да, и вот мы, чеченцы и ингуши, как братья, приехали к своим братьям балкарцам. А еще? Еще? Да вот. Уса. Боль братского балкарского народа нам более чем понятен, потому что наши предки, как и ваши предки, перенесли все эти испытания. И что самое циничное вот в этой трагедии 44-го года, то, что вот эти выселения были организованы, и это было целенаправленно сделано в праздничные дни. Вайнавский народ был, чеченцы и ингуши, они есть в Вайнахе, он был выслан 23 февраля. И наш братский балкарский народ был выслан 8 марта, когда вся страна празднует, наши родители, наши дедушки, бабушки испытывали вот эти все лишения. В то время, когда десятками тысяч лучших сынов балкарского народа на передовой храбро сражались с внешним агрессором,
внутри страны был устроен вот этот геноцид. По-другому это нельзя назвать. И очень важно сегодня, очень важно чтить память ушедших наших предков. Мы вместе с вами скорбим. Мы приехали выразить нашу скорбь, выразить нашу поддержку, и чтобы разделить с вами вот этот трагический день, вашу скорбь. Спасибо. Меня зовут Муса Зурабов. Что это вещь, 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 что это вещь
Thank you.
этом году наша выставка немножечко необычная, нетрадиционная, потому что мы хотели хотя бы хоть чуть-чуть сделать что-то такое приятное нашим работникам, которые в течение года боролись с этой бедой, коронавирусом. Посвященные медицинским работникам. В первую очередь, это людям, которые посвятили свой труд в этом году во имя спасения жизни людей. А дальше уже врачи болгарской национальности, которые с именем, мировым именем доктора наук медицинских, профессора, главные врачи, люди, которые всю свою жизнь проработали в медицинской службе, люди, которые имеют только одну запись в трудовой книжке, которые проработали около 40 лет на одном и том же месте, служили во имя спасения тоже жизни народа в разных периодах времени. Нет, мы не будем говорить.